Доброе утро, дорогие. Я на прекрасном море. Погода отличная, хоть и в обед показывает небольшой дождик. Но погода сегодня просто восхитительная. Хотела попить чая, съесть чебурек, но у нас в Сочи очень долго люди раскачиваются. Уже 10 час, и до сих пор этот Грана Поляна закрыта. Сын у меня в садике. Я хочу прогуляться до пляжа «Автомобилист», как я вам и обещала. Море сегодня нереально волшебного цвета, какого-то такого лазурного, голубого. Экран, наверное, даже не передаст, но вдалеке прям вообще вот такая линия нежно-голубого цвета. Людей уже на море хватает. Не скажу, что их прям очень-очень много, но есть. Пока сейчас тишь да благодать. Люди у нас тут так долго раскачиваются. Ну, те, кто приезжие, конечно, уже на море. Собачки такие вот местные тут спокойно гуляют. Я бы свою собачку взяла. Мне тоже говорят, а что ты не берешь мою телезвезду? Ну, потому что, да, когда местные собачки, это неспокойно, это своя собачка, конечно. Не очень комфортно. Может быть, как-нибудь возьму. Это как долго многие еще просыпаются. Еще закрыты разные, так сказать, прилавочки. Вот такой вот обзорчик прекрасный. Пляж куда-то с каждым днем все меняется, меняется. Там вот зонтик, я вам уже тоже обзор проводила. Пляж, я имею в виду, Кудепсте, да? Кудепсте, это пляж Робинзон. Я себе еще прикупила очень удобную сумочку, которую можно сворачивать. Несколько легких полотенец. Здесь они долго делали ремонт, и тогда хотела сделать, да, обзорчик. Все они ремонтировали, ремонтировали. Не могли доремонтировать. Мы сейчас вдоль моря пройдем, потому что прямой эфир сделан так, чтобы связь была хорошая. Но я все-таки пока вот делаю съемкой. Смотрите, как делают прям кирпичиками. Не знаю, насколько это реальная идея, поскольку тут постоянно наводнение, так сказать. И здесь вот они что-то выравнивали, выравнивали. И в итоге неды выравнивали. Собачка отдыхает. Жарко, видно. Народ уже вовсю загорает. Я что-то крем для загара забыла. Хотя огромное количество взяла его. Обстановочка, я иду в сторону автомобилиста, в сторону дикого пляжа, так сказать. Посмотрим, какие там марафеты навели. Конечно, здесь еще до сих пор демонтируют, и там уже поверху не пошли. А, ну, скорее всего, я не знаю, придется мне что ли как-то обходить. Все равно поверху, судя по всему, если я не хочу. Да, это сделали, как закрыли. А можно, конечно, перелазить, но лучше все же идти поверху. Вот. Прекрасное море сегодня. Просто волшебное. Прекрасные поезда. Ну, хорошо. Мы сейчас немножко здесь пройдем. Обойдем. С утра я не позавтракала, а думала, кафе открыто, но я думаю, народ просыпается. Первое время, когда сюда только приехала, тут вот назад, не могу любить туда вставать, да, но только садик, поэтому. Но все равно я не привыкла, что так все медленно, долго. Великолепно, конечно. Мы идем. Через вот этот переходик. Что-то тут будет еще. Когда снимала Донига, что-то готово. Что-то не готово, Дима. Что вообще тут, наверное,
Как море шумит. И дрель. Море и дрель. Сейчас пройдем эту стройку. Лежаки, что тут какую-то иллюзиону готовят. По всему, наверное, может быть здесь. Это грандиозно. Пока лучше. Все только готовится. Раньше здесь, конечно, все по-простому, я уже говорила. Ничего не было. Вот, да. Без всяких лежаков. Ух ты, сколько растений закупили. Скоро здесь сделают шик. Ну, не удивительно, потому что новые дома тут, куда эти строятся. Такие растения. Здесь вот был ресторанчик, сейчас его убрали. Видимо, будут делать какую-то элитную зону. Может, какой-то сделают такой крытый пляж, я ж не знаю. Ну, а здесь пока ничего не будет. Ну, дальше, где я видела, что зонтики. Классы поснимать что-то. Что? Смотрите, подготовят. Раньше, где вот кустарники, мы прошли с вами. Ресторанчик был. Здесь, скорее всего, будут вот такие вот лежаки, рестораны. Что-то везде. Ну, пока приходится пройти, но уже более-менее хотя бы тут. Это было вообще разброс. Один автомобилист пляж. Который к санаторию автомобилист относится. Кстати, хороший такой санаторий, небольшой. Так, я делала тоже весной обзорчик. А нет, по-моему, ресторан на месте. Это немножко даже... Не дошла, перепутала, да. Все на месте. Экскурсия, пожалуйста. Да, кому обещала, я обязательно собираю сейчас эти листовки в разных районах. Потом напишу. Ой, не напишу, а просто скину фотографии с ценами. Чтобы посмотрели, какие цены в этом году. Да, мне этот ресторанчик очень нравится. В том году он прям вообще был очень великолепный. Единственное, что из-за того, что много народу, да, как-то вот долго они обслужили. А так, ну, очень вкусная рыба. Там обалденная. Ну, и вечером здесь танцы, танцы. Пока сейчас тоже все в спящем режиме. Но можно красиво съемки делать, как я и делала в том году тоже вам. Плохо, что так все просыпаются. С 11, я не знаю. Ну, здесь тоже можно встречать закат. Очень здорово. Ну, конечно... Единственное, не очень удобно, да, когда тут кушают, иногда не хочется проходить, да, по ресторану на пляж. Вот такие вот тут лежачки, я думаю, что один из лежачков сейчас возьму. Узнаем как раз какие-то цены. А там подальше уже дикие пляжи тоже прекрасные. Можно тоже прекрасно, восхитительно отдыхать, друзья. Вот здесь обычно люди встречают закат. Надо смотреть по погоде, эти зонтики, потому что бывают и ветра разные. Ну, конечно, это как такая хорошая смотровая. Такой он небольшой пляжик. Хотя и дальше, видите, тоже зонтики уже. Буквально в том году еще ничего не было такого. Было просто, да, как дальше тут на диких пляжах. Ой, какая же сегодня восхитительная вода. Море просто сияет. Я думаю, что сейчас еще сделаю прямой обзорчик. Чтобы вы тоже понаслаждались. Там у нас сторона Абхазии прекрасная. Я иду с пляжа Робинзон. Видно, видите, все просматривается. Как здорово. Скоро тут наведут, конечно, марафеты. Будет очень-очень красиво. Ну, не знаю, сколько все это будет стоить.
Возможно, вначале цены не будут задирать, а потом, может быть, конечно, и дороже. Но всегда есть альтернатива пойти на дикий пляж. Это, в общем-то, восхитительно. Уже как-то прям поснимаю. Там вода гораздо чище, потому что там нет ничего рядом. Ну, а здесь тоже, смотрите, такие мелкие камушки. Просто восхитительно. Берег такой. Сейчас я пойду туда купаться. Прям в таком предвкушении. Единственное, конечно, я надеялась на то, что с утра я попью чай, хотя бы как минимум. Но нет, видимо, не попью. И как-то я не вижу раздевалок. Что-то там вдалеке туалет. А так что переодевалки вот есть. Где-то там они были. Сейчас даже не вижу, да, на пляже. Ну, понятно, что только все поставили, построили. И вообще у нас и раньше особо ничего не было. Так что, как говорится, я в купальнике, я уже знаю все. Ну, мне это не напрягает. Полотенце накинула, переоделась. Море сказочное. Смотрите, тихая волна. Рыбак ловит рыбку. Так что Кудепсто скоро станет прямо элитным отдыхом. Конечно, много я уже говорила, что тут есть местного населения, но они не очень любят сильно море. Небо неоднозначное. Ну и, конечно, кто сюда уже приезжал, большой привет вам с Кудепсто, с Черного моря. Напишите, как вам Кудепсто. Когда были последний раз, собираетесь ли сюда, где останавливаетесь, за какую цену, людям тоже это будет, кстати, полезно и интересно. Тут очень много частного сектора сдается. Да. А так есть, конечно, и гостиницы, и санатория прекрасные. Вот люди делают зарядку утреннюю. Мне вот, честно, захотелось кушать. Я всегда лавровые листики в саду беру, жую, а потом хочется кушать. Там ремонтируют. Всем прекрасного утреннего такого морского настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кто хочет поддержать канал, буду рада, так как монетизация отключена. Буду улучшать свой канал. Всех обнимаю, целую. Ссылочку оставлю. Увидимся.